Біз үлі олғаныңыз үшін чоқ сауыңыз, біз девам етемі сайқылы ватандашлар. Асылында мультфильм девамында мұнда пек мерақлы субет девам етейді. Ве сіз шымды бізім субетіміздің өлі шайтлері олажақсыңыз, оларыны көрежексіңіз. Ве не олажақ? Не олажақ? Асылында Фатимейінді айтқайынды, біз бүгін Севгі ақында лаф ерсеті жекміз. Өлі музыка Севгісі, музыкаға Севгі. Ве тамам бу ахта бізге бізім мұсафырымыз тариф етеджек. Келіңіз огринейік, кім бізім студиямызда сіз шымды бір хайсанеден сон көрежексіңіз. Ама мен интриганы бұра созайым. Ве шыны да айтмағай істердім ки, достлар, бүгін студиямызда яны ерінің тағдымнамесі олажақ. Шыны үшін сақын қачырманы студиямызда ісе яш істедатлы ерде сіз, оны әлбетік яқшы білесіңіз. Ве келіңіз бұ яны ер ақында ве идеади планлар ақында ашық лав версетейік. Студиямызда ерде Энвер Каримов, бұрыңыз. Сәлем алейкум, қош келдіңіз. Саба шерфлеріңіз қайырлы олсын. Сауын сізге да. Сабаныз насыл башланды асылында? Ну, утро началось с беготни, так скажем. Проснулся, конечно, умылся, попил кофе и сразу к вам бегом. Сабадан ерлайсы назмовали улама базалары? Ну, по-разному бывает, когда как. Когда, ну, просыпаешься, нужно на работу, например. Ну, с утра так чисто распиваешься, потому что горло очень тяжело распеть с утра. Яхшы бен рахлы. Асында не вақыт ерламаға башладыңыз? Мына өлет тарихыңыз. Неден башланды? Начал петь с раннего возраста, уже в музыкальной школе, когда я учился на инструменте. Я уже... Так получилось, что был концерт, в общем. На этом концерте была песня «Я встретил девушку». На щечке родинка, вот. Ага. Там, получается, ну, такой гораздо уже пожилой человек, он не мог никак в такт вступить именно. Ну, я сидел, как говорится, там, за сценой, и уже как они все вступают, а я вступаю, а он не может вступить. И там дирижер, получается, слышит, и такой говорит: «Энвер, а ну-ка подойди, типа, а ну попробуй». И так получилось, что вот с этого момента я начал петь как-то так. Это, наверное, мне было лет 14, наверное, или 15. Или 12, вот, я не помню точно. Асылында, мұны бөле суал пейді ола, яғни башында әрбір ержі музыкал инструментіні, музыкал әлетіні огрене, сонра ерламаға істедатыны тапа. Яда базылары бар кім алдын ерлай, сонра музыкал әлетіні қолана. Ну, тут уже по-разному, как хочешь именно. Если у тебя есть слух, если ты любишь петь, можно и то развивать тоже. Ну, двухсторонний, так скажем. Сонра сен иджади йолын насыл девам еттірді, сен сон музыкаль мектептен сон Юхарохов юртына, яғни музыкальный училище, анда йол алдын, авазырда насыл сен чалышасын, ернен оғрашасын? Ну, больше жизни связываю, да, с пением, так скажем. Просто после музыкального училища так получилось, что у меня больше, получается, к пению, ну, рвусь к пению больше. И пишу песни сам. Музыка сын да узынс язас. Е. Ага, кетчик ты. Сызын ерларыныз не ақтаулар? Ну, в основном про любовь. А не чындыр, не ерден сызге ильхам келе? Скажу честно, мне это девушки. Так получается, что я для себя делаю какое-то представление, какое-то, ну, светлого человека там. Ну, пример ставлю себе свою маму. Потому что это у меня очень светлый человек, очень добрый, веселый, отзывчивый. Ну, бывает, получается так, что еще не встретил девушку, приходится придумывать для себя идеала. Идеаль, образы. Идеальный образ. Ага. А ерларнын мевзусы мына севгі, ама насыл бу севгі? Яғни қаршылықлы, қаршылықсыз, бұ инсан сызны севе севмей, насыл бұ мына өлі севгі? Именно про что я именно пишу? Как ну, сказать? Какая это любовь? Какая любовь? Взаимная. Ну, взаимная, взаимная, конечно. Ага. Сейчас взаимная любовь — это самое лучшее. Ну, у меня были песни такие, конечно, скажем так, что не было там взаимной любви. А сейчас я более склонен к тому, чтобы делать музыку так, чтобы было это взаимно все. Яхша,
Сызын хорантаныңызда біз білеміз башқа да ерде бар. Сызын ағаныңыз Марлен не үшіндір белкі мен янлышам. Сіз да дуэтте ерламайсыңыз. Яне сізін шақси боле дуэтте еріңіз ең. Не үшіндір ойле? Ну, потому что все есть на самом деле. Бар, все это, конечно, да. И я это все придержу на сам такой момент, чтобы когда все, а почему спрашивали, я сразу это выложу. И, ну, все, в основном все в интернете выкладываю. И все спрашивают, почему там не записываете с братом. Я говорю, ну, так получается, он там в разъездах, там то. А на самом деле я сам знаю, что мы уже давно там, у нас задумался проект, и будем воплощать его потихоньку. Не вахат, без он укориджема сэнда. Наверное, через полгода. Бельки де безум студиамус, да? Наверное, да. Аллах сэнда. Ала версын. Мына бұл сізің еріңіз. Бүгін бөле бір яны еріңіздің тағдым нәмесі олайдақ. Бұл еріне ақта насыл ғайы асында пейда олды сізде бұл еріні, тамам бұл еріні язмақ? Ну, у меня в голове как-то музыка вот прокручивалась, так скажем. Не знаю, откуда она вот берется. Ну, у меня есть такое вот, что я вот слышу это, да, но не могу воплотить, так как я не имею способности там на студии как-то это записывать. Ну, естественно, я прихожу на студию, говорю, вот мне нужно это, нужно то. А в конечном итоге получается, что очень красивая песня, на самом деле, и слова, и все это такое. Вообще появилась эта песня, так непонятно как-то так, скажем. Сидел дома, играл на фано и наигрывал. Ну, я сначала какие-то там делаю, там ходы-выходы, чтобы я понимал, что я должен там сочинять, там гармонию какую-то. В общем, я сыграл, уже понятно, что было. Я начал писать слова на него. Приехал, записал на студии, мы доделали эту песню, кстати, у Thematic Beat Production, у него. Мы с ним, конечно же, послушали в конечном итоге, и ему, что и мне тоже понравилось. Очень сильно люди ждут эту песню. Я ее тоже держу, я ее не выкладываю, потому что хочу ее выпустить именно с клипом. Выпустить с красивой обложкой, чтобы люди понимали, да, насколько я серьезно к этому подхожу. Демек, бугун буер иль кире янгарадях, дограма? Только сегодня и только сегодня. Чок самым змеем белесем шымды эркез уянды, ведь дихатыле бұзындыли. Клип, асында сіз айтыңыз, клип бекленіле, бұл сізін ильк бөле бір ишыны золадях, я да йог, вен асыл сіз көресіңіз бұл клипны? Не буду раскрывать. В общем, уже все есть, уже все известно, как это будет сниматься. В общем, скажу одно, что очень понравится, очень необычно будет. Не в таком фантастическом стиле, таком, как сейчас это делают. У меня, я всегда иду к тому, чтобы сделать что-то простое, чтобы было все понятно. вот, и, так скажем, оно будет здесь сниматься, в Крыму. Не на море. Точно, я море в этот раз уже не буду. У меня в том клипе уже было все это. Всю эту красоту я Крыма как бы описал, так мимолетно, так скажем. Все это делается будет на студии. Вот. Но это будет очень красиво. Я чтобы сбег людей. Асланда, Энвербейнун, клип Леры, мы на бешенде YouTube Табахамас. Элли Дорт Бин Бахыш, я не Элли Дин, Элли Бин Дин Зияде Бахышларна Топлай. Яғни инсанлар сейретейлер, бақалар клиплеріні, музыканы дыңлейлер. Ве фарқлы ештемей сайфелерде мұны подписчиклерінің сайысы бұйық. Алида шу сыраларда. Яқшы. Ойле бір суал, сіз ось мұна ойле подписчиклерінен, мұхлислерінен таныш мұсыңыз? Ойле көрішесіңіз, насы оларнен субет кече? Ве, да, қошмасы, ойле, олар сіз кетевсе берелер асында, бұй ер яқшы, бұй се яқшы дегіл, сіз оларын дүнлейсіңіз? Ну, конечно, прислушиваюсь, но у меня есть очень много, как скажем, фанатов, да, что им без разницы, что слушать, главное, чтоб я сделал что-то. Я знаю, что я сделал неплохое, я уже не первый год в этой сфере, и я всегда стараюсь сделать лучше, но не хуже точно. Очень много людей мне пишут, когда же будет песня, например. Ну, таких таких не было, чтобы было какие-то советы, там, вот эта песня лучше, вот это лучше. Определенно сейчас, когда я записал песню, например, с Димой Масюченко, это когда он участвовал в Украине на шоу, мы с ним записали песню «Ты такая разная», и вот она сейчас почти по всему миру, так скажем, все слушают ее именно.
Егер бүтін дүния қында айтса, Қырымда сызнайынды яқшы білелер, мен белесем Қырымдан да тұш оған шерлерде, олсын Русия, олсын Украина, олсын башқа девлетлері. Сіз планлаштырасыңыз, белкеде бөйле, яғни, месал оларақ СЕС ярышы, яғни Голос, бөйле көп бұйық ярышларға планларыңыз бар ма іштірак етмек? Я все хочу как вот попасть как-то, и то, что я не знаю, может, постоянно занят, что ли, и я все это пропускаю, как будто у меня просто реально дел очень много. Иногда на себя даже не хватает, честно. Ого. Вот я все время вот в этом как бы ритме жизни, все время, и когда только захожу там посмотреть, как началось там или нет, а я, оказывается, уже все, уже там прямые эфиры уже, можно сказать так, что и в Украине, что в России, не успеваю, в общем, следить за этим всем. Аслында мұны Қырымда рахбетлікні қазандыңыз айттық. Енді башқа шеерлерде мұны ерлайсыңыз мұ? Чағыралар мұ? Да, конечно. Зовут. Но, как скажем, вот 2017 год будет такой именно, он такой будет с плесками такими. Для меня, я так думаю, да? Очень много там городов начали звонить. Ну, говорят, мы уже наслышаны, там все такое, мы хотим сделать концерт. И вот, я думаю, скоро график выйдет именно с фотографией, график концертов, и где я буду выступать точно. Асланда бош вахат халмаджах, тек юхо ичин. Энвербей, более бы провокацион суаль, сышым да айттыныз, озыныз, язасыныз, ерларыныз, эмде музыканыз, не ичиндыр бүгінге хадар сізде Қырым татар тілінде ер йоқтыр, чүнке біз көреміз ки сіз эмде бізны яқшы анлайсыныз, эмде лафетмеге білесіңіз, не ичиндыр оле олды, ве не ичиндыр сіз ерламайсыныз, белкедей бірдей бір сізлер үчін язылған ерларыны. Ну, у меня, наверное, более склонность к тому, чтобы я вот, когда пою, прочувствовать все, вот, да, то, что я имею в виду, и это все передать. А вот на крымско-татарском я понимаю, я разговариваю, но вот я не могу писать просто. Вот я не знаю, почему. Я пытался это делать. У меня есть там песни, правда, там две, там, я так скажу. Но почему-то я не знаю. Ну, как-то я их прослушаю, я их записывал, и мне не сильно нравится для себя. Вот, ну, для себя не нравится, а вот для кого-то я как-то... Еще не показывал никому. Костя Ранус Белькиде Базбегене Демус. В дальнейшем думаю, что можно будет. Базбекле Демус, весь сыз бізге сөз бересіңіз, демек яқынларда Қырым татар тілінде олажақ ер. Аллах сметесе, да. Егерде ұзыңыз ерламаға естемесеңіз, бірде бір ерджінен бераберлікте дуэт яқмаға мүмкін, инанам яқшы олажақ. Шымды не, идеямызге кечеміз, е? Шымды енді дүнледеміз, ама бұндан әвел бір суалым бар. Бөле бір енді дүния бойынша популярлығыны қазанған ерджелардан сіз кімден орнек аласыңыз, белкеде манераңызны ерламақ, белкеде бірде бір оны тевселері или яшайсыңыз, бөле ерджі бар мұ дүнияда? Да, их очень много. Естественно, начал слушать, точнее, очень зарубежно таких певцов, как The Weeknd. Вот, меня вот человек этот как бы вдохновляет, он своим пением, он поет просто, поет нежно, и его слушают. Его слушают за то, что он просто все просто выдает этим всплеском ведь. На самом деле, я еще не слышал подобных таких. Это как второй Майкл Джексон, как говорят сейчас это. Просто он не похож, а вот если вы знаете... Советую послушать. Очень такой крутой певец, скажем. Еще из зарубежных Джастин Тимберлейк, например, Бейонс. Я видел недавно ее концерт и просто обалдел от масштабов крутости, да, скажем, концерта. Дай бог, чтобы мы, Аллах смеется, чтобы мы тоже делали такие концерты здесь, в Крыму, никуда не выходя, вот именно только здесь. Чтобы все говорили, вот в Крыму такие артисты сделали вот такой вот грандиозный концерт. Бізде имкандарымыз бар, стадион бар, мүмкін стадионда чықмаға. Елбет, стадионлар да бар, чоқ саналар бар, ве біз инанамыз ке, яқын арада, енді ярым ел сіз айтыныз, ағаным бірабер бір лейха япарсыңыз, ве кім бөле, белкеде тама бөле концерт тешкіл олына жақ. Мен белесем шынды ерға да кечмеге мүмкін келініз бұтын телесердеріңіз үшін бұ бақшыш етейік, чүнке айтқанымыз көбі, енді Инверда бұны айты, бұ Илк более бы тогда на место оладях, да бір кімсе ішіт меді бұйырны, бе бүгін Миле телеканалының серделері үчін мақсыз бір бақшыр. Сізлер үчін Энвер Каримов ерлай, бе бізден айрылманыз.
Сайгылы ватандашлар, Қырымдан насыл ава олажағыны сіз ешіттіңіз. Бұна бақмадан кейфіңіз яқшы олсын. Чүнкі тамам бізім студиямызды, тамам шымды, яңы ер яңғыражақ. Бұйырыңыз Энвер Каримов. И в глазах огонь, схожу с ума. Подарила мне свои ты чувства искренни. Я зависим от тебя. Я зависим от тебя. Давай потанцуем, пока мы пьяны. Давай нарисуем наши чувства изнутри. Давай мою дозу поцелую. Твои губы целуют, а я кайфую. Сайгылы ватандашлар, боли сөздерін айтмаға мүмкін. Оле Гузель Севгі ері, шымды есе саундтрек бар, демек, енді бір фильм шығармаға да мүмкін, біз есе девам етеміз. Чоқ сауыңыз біз үлі олғанымыз үшін, біз қатарлатамыз бізім студиямызда ерджі Энвер Каримов болынайды.